Здравствуйте, это «Город новостей», в студии Валерия Алферова. События из жизни города в материалах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. ЕГЭ. Сегодня кунгурские школьники сдали первый обязательный единый госэкзамен. Штраф за штраф. Теперь за невыполнение административного обязательства придется раскошелиться. Раскинули фантазии. Как сделать уникальную детскую площадку, не потратив ни копейки? Единый государственный экзамен. Сегодня выпускники российских школ сдали ЕГЭ по одному из основных предметов – математике. В Прикамье более 14,5 тысяч готовятся пройти процедуру ЕГЭ. Некоторые из них сели за парты для сдачи ЕГЭ уже накануне. Днем раньше они сдавали информатику, биологию, историю. Один из двух пунктов сдачи ЕГЭ в Кунгуре – лицей номер один. Здесь собралось порядка 60 выпускников 9 классов. Напомним, ЕГЭ для 9 классов на правах эксперимента проходит уже не первый год и называется ГИА – государственная итоговая аттестация, хотя и проходит по всем правилам ЕГЭ. В одной из аудиторий вскрывают спецпакет с контрольно-измерительными материалами и бланками ответов. Вот это кимы, видите, да? А это бланки ответов, то, что вы будете заполнять. Вы все помните, только черная гелевая ручка. И очень внимательно, не торопясь. После этого каждый из сдающих получает комплект из двух экземпляров. Несколько секунд на заполнение бланка и 4-часовой экзамен. Все, кто приготовился к сдаче ЕГЭ по математике, сегодня позаботился о том, чтобы были в наличии паспорт, запас гелевых ручек, линейки, транспортиры, циркули. Потому как особенность сдачи математики в этом году есть в том, что в заданиях представлены все разделы курса математики. Так что ребят ждет серьезное испытание. Ну, я очень волнуюсь, но думаю, что все получится. Сдавать ЕГЭ по разным предметам будут до 21 июня, включая резервные дни. Пожароопасный сезон. По статистике, именно на весенне-летний период приходится максимум пожаров. Горят хозпостройки, дачные, жилые дома. Сводки пожарных частей Кунгура, если открыть интернет-сайты, буквально изобилуют подобными тревожными данными. Поэтому пожарные части находятся в состоянии повышенной готовности. И это не просто слова, судя по минувшей ситуации с пожаром в поселке Машзавода. 26 мая случилось возгорание одной из бань в поселке Машзавода. Это строение в последнее время, как говорят машзаводчане, было бесхозным и загорелось, к их удивлению, будучи закрытым на замок. О причинах возгорания выводы предстоит сделать специалистам, но главное, что огонь удалось потушить вовремя, и он не успел перекинуться на остальные 10 бань, стоящие по соседству, на расстоянии не более 5 метров друг от друга. Огнеборцы из пожарной части номер 44 прибыли спустя всего 10 минут с момента вызова и не дали жителям поселка остаться на целом лето без возможности элементарно помыться, ведь известно, что в квартирах поселка Машзавода нет ванных комнат. Баня для нас все. Это для семьи особенно. Да, у нас семья очень большая, и мыться нам бы было негде, если бы сгорели наши бани. Вот. Поэтому мы пожарникам очень благодарны. Приехали не вовремя, все затушили. Очень большое спасибо. Штраф за неуплату штрафа – это вовсе не тавтология, а серьезная проблема, которая возникла не только в Кунгуре, но и в районе. Как показывает статистика, штрафы, выписанные за различные правонарушения, как в городе, так и в районе, оплачивает лишь половина населения. Процент взыскаемости штрафов сейчас составляет около 50%, то есть это половина тех штрафов, которые накладывают органы внутренних дел за те или иные правонарушения, в том числе за правонарушения по линии безопасности дорожного движения. Сумма штрафа у каждого нарушителя разная. Она может быть и 100 рублей, и даже несколько тысяч. Но даже самые минимальные штрафы кунгурики оплачивать не торопятся. И тогда на них накладывается административная ответственность. Вместо положенных 100 рублей им приходится платить в несколько раз больше. Сейчас кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде по статье 20.25 части 1 в виде штрафа в двойном размере неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо арест до 15 суток. То есть те граждане, кто не уплатил установленные законом сроки, а это один месяц, штраф, который был на него наложен, может быть подвергнут административному наказанию в виде ареста до 15 суток.
Уже более 400 человек за этот год привлечены к ответственности, а вот 8 правонарушителей за отказ оплатить свой штраф были арестованы. Поэтому правоохранительные органы призывают всех, кто еще не оплатил выписанный штраф, погасить задолженность в срок, чтобы избежать серьезных финансовых последствий. Электрички Пермского края подстраиваются под дачников. Пассажирские пригородные поезда перешли на летний режим. В столице края всего добавлено 14 поездов, в том числе и 2 городских. Для удобства дачников в расписание включено больше остановок. Единственное направление, где число поездов оказалось прежним, это Соликамск-Березники. Несколько дополнительных поездов добавились до станции Григорьевская. Здесь пассажиропоток намного выше. В Кунгуре электропоезда не добавились, зато появились пассажирские скорые поезда, проходящие через Кунгур. 131 и 132 направления Пермь-Ишим-Пермь. Летнее расписание электричек Кунгура тоже изменилось. В будние дни, кроме пятницы, электричка Кунгур-Пермь будет отправляться в 17.55, в пятницу и выходные в 2.54 ночи, в 5.43 утра, в 14.10 и в 16.21. Электричка Кунгур-Шале в понедельник, вторник, среду и четверг будет отправляться в 6.57 утра, в 8.57, в 18.05 и в 20.39, в пятницу и выходные в 14.21. Вы смотрите «Город новостей». В Кунгур привезли жирафа, причем не обычного, а самого экзотического. Где можно своими глазами увидеть это чудо в рубрике «Мелочи жизни»? Марат Борисов продолжит. Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Сейчас мы находимся возле дома по улице Батальонной и хотим поговорить о том месте, где дом был утеплен. В виде утеплителя был выбран пенопласт. Конечно, материал этот теплый, но у него есть одно очень опасное качество. Горючий, конечно, мы знаем, что это опасно. И это, когда он сгорает, хромая лошадь, да, уже вся известна. То есть, конечно, пытались люди нам помочь, чтобы утеплить дом. Вот так помогли. Пенопластом обшили, потом обшили еще, не знаю, гипсокартон или что там было, все отпало. Ну вот пока вот в таком состоянии дом находится. Если приглядеться, то можно найти то место, где люди уже пытались поджечь пенопласт. Благо, что все обошлось. Ну, а мелочи-то, конечно же, требуют решения. Находимся все на той же улице Батальонной. Мы не смогли отсюда уехать, не показав вам эту кучу из строительного мусора и веток. Да года два уже. Видно, что куча частично убрана. Непонятно другое, почему мелочь эту не довели до конца. Все чаще в частном секторе нашего города мы встречаем детские площадки, которые местные жители сделали своими руками. И это, несомненно, радует. Мне очень нравится площадка, мы с подружками здесь играем. В первую очередь это говорит о том, что взрослым не безразлично, где и как их дети проводят свое свободное время. И мелочь это, несомненно, примерная. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – магазин «Ньюсток». Женские летние итальянские наряды с 42 по 52 размер. Улица Свободы, 104. Быть отличником – тяжелый труд. А как известно, любой труд должен быть оплачен. В Кунгуре сложилась хорошая добрая традиция по итогам года награждать именными стипендиями одаренных школьников. Во-первых, разрешите вас поздравить с окончанием очередного учебного года. Многим пожелать, 11-классникам, успешно сдать единый государственный экзамен и поступить в высшее учебное заведение. Награждают стипендии учащихся 9, 10 и 11 классов. Денежное поощрение получают успешные отличники, а также победители различных конкурсов и олимпиад. Идея поощрения одаренных детей возникла у депутата городской думы Андрея Подосенова. Он же ежегодно выделяет деньги. Сегодняшняя церемония стала 6-й по счету. В этом году стипендию получили 55 вундеркинда. Сумма денежного поощрения составляет 1000 рублей. Ваганов Дмитрий Михайлович, 9 класс, школа номер 17. Учиться на одни пятерки, участвовать во всех олимпиадах и конкурсах непросто, говорит ученица гимназии номер 16 Лиза. Я получала ее первый раз, очень приятно. Вообще, эмоции первый раз тут как бы нахожусь. Приятно то, что поощряют так. Есть как бы потенциал учиться дальше.
и повторять что-то новое, получать знания. Добрая традиция вручения стипендий будет продолжаться еще не один год. Приближается очередной фестиваль «Небесная ярмарка Урала». В этом году для зрителей организаторы вновь подготовили множество сюрпризов, а также возможность поучаствовать в конкурсах. Главный приз конкурса – свободный полет на аэростате. А вот как его можно получить и стать участником конкурса, об этом мы поговорим с нашей гостьей Марией Третьяковой. Добрый вечер, Мария Николаевна. Добрый вечер. Мария Николаевна, а много ли в этом году будет конкурсов и как они делятся? Для детей отдельно, для взрослых отдельно? В этом году мы проводим 5 конкурсов. Я думаю, что это символично, так как в этом году у нас проходят Олимпийские воздушные игры. Раз 5 олимпийских колец, то и 5 олимпийских конкурсов таких мы будем проводить. Поучаствовать могут жители всеми семьями, от мала до велика. Единственное, что кто-то может рисовать, кто-то заниматься чем-то другим. То есть это у нас будет конкурс детских рисунков, где принимают участие дети до 16 лет в 3 возрастных категориях. Также конкурс «Особый объект». Здесь жители могут творить всеми семьями. Также детские площадки, загородные лагеря, может быть, даже предприятия, организации создают какой-либо особый объект на территории школы, дома, сада, огорода и так далее. Ну и это будет являться дополнительными целями для наших пилотов. Также конкурс декоративно-прикладного творчества. Здесь ограничений возрастных у нас нет, то есть от мала до велика также все желающие могут создавать, творить что-либо своими руками. Конкурс фольклористов «Олимпийская частушка». Здесь также ограничений возрастных нет. Пожалуйста, творите, дерзайте, придумывайте, пойте, напевайте. Все в ваших руках. В этом году организаторы придумали новый конкурс, конкурс костюмов. Расскажите, в чем он будет заключаться? Да, в этом году мы проводим также 5 конкурс, абсолютно новый. Это конкурс детских карнавальных костюмов «Олимпийский взлет». Здесь родители, воспитатели, также жители, все желающие могут придумать нашим детям костюм на тему «Небесная ярмарка», «Кунгур юбилейный». Почему юбилейный? Потому что на следующий год «Кунгур» у нас празднует юбилей города, поэтому может тема присутствовать также «Кунгур юбилейный». Ну, а модели могут быть дети до 7-8 лет. То есть мы придумываем костюмы, шьем из ткани, из материала, из бумаги, из любых подручных материалов, то есть все, что придет в голову нашим жителям. Ну и, конечно же, ожидается, что мы проведем парад, шествие с нашими детьми, и от театра молодежи до Соборной площади пройдет нашествие театральных детских костюмов до главной площади сцены. Ну и, наконец, о наградах. Правда ли, что все победители получат билеты в небо, то есть свободный полет на аэростате? Это действительно так. В каждом конкурсе мы разыгрываем один полет, то есть абсолютный победитель у нас обязательно поднимется в небо с пилотом на выбор. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Всего доброго. Чудо, сделанное из брусьев, пластмассовых бутылок и старых автомобильных шин. На первый взгляд, из этих предметов мало что может получиться, но у родителей, чьи дети посещают детский сад в Плеханово, фантазия развита на все 100%. Из столь непримечательных и ненужных предметов они смогли сотворить настоящее чудо. Татьяна Бабырина, заведующая детским садом, глаз не может оторвать от красоты, которую сотворили креативные родители. А раньше, кроме качелей, турников и ветких домиков, на площадках ничего не было. Такое однообразие надоело как детям с родителями, так и руководству. И тогда, в конце апреля, был объявлен первый конкурс ландшафтного дизайна. Ну, мало было оборудования на участках. Действительно, детям, особенно летом, зимой это снежные постройки, а летом оборудования было очень мало. Ну, соответственно, конечно, чтобы что-то приобрести, это стоит затрат денежных, а таких средств у нас пока нет. Поэтому вот решили такой конкурс объявить. Мы знаем, что воспитатели, вот я знаю, что они у меня все люди творческие, что они смогут родители организовать. И вот, пожалуйста, в течение месяца такая работа шла, работа огромная. Не только сделали новые постройки, но и подкрасили старое оборудование. И поэтому оно сейчас очень хорошо смотрится.
Теперь на каждой из 8 площадок есть своя история, свой мир. Дети могут сесть за автомобиль или самолет, сделанный из брусьев, или посидеть в уютном домике, где есть лавочки, стол и кухонная утварь. А вот окружают каждую площадку животные, которые также изготовлены из брусьев, пластмассовых бутылок и автомобильных шин. А вот на одной площадке и вовсе сделан конный двор, за которым дети не только следят, но и ухаживают за его пластмассовыми питомцами. Вот на участке младшей группы целую конницу сделали родители, видите, воспитатели, соответственно, тут украсили. Тут дети их и кормят, и ухаживают за ними, и скачут. Теперь дети на прогулку ходят с особым удовольствием, ведь теперь их окружает сказочный мир. Есть другая проблема – увести детей обратно в группы сейчас стало гораздо сложнее. Дети сейчас с удовольствием играют, тем более наступает лето. Большая часть времени будет, дети будут на участках, и им есть чем будет заняться. Пока не все фигуры и сооружения закончены, но уже через пару недель оставшиеся задумки будут доведены до конца, и у деток могут появиться новые увлечения. Татьяна Андреева, Александр Липин, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Далее прогноз погоды, рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните 2-34-13 или оставляйте на сайте trkkungur.ru. Всего доброго, до свидания.